И всем привет, ребята, с вами Фардан, его Фардальчик, называйте меня как хотите, но мы начинаем ролик. Как вы поняли под названием, сегодня я буду, смотреть, где лучше играть Melon Playground. На телефоне, то есть на андроиде, на айфоне, либо на компьютере. На ноутбуке. Не знаю, там еще где-то. На планшете, может. Не, планшета у меня нету, я не буду. Буду просто сервис телефон. Ну, и проверим компьютер зато. Давай спросим у Алисы, что это такое Melon Playground. И для чего вообще создал эту игру. Алиса, а что это такое Melon Playground? Нашла ответ на brustax.com. Слушайте, Melon Playground – free-to-play песочница со встроенным редактором действий персонажей, в котором вы можете разыгрывать сценки и снимать ролики. Студия 27 разработала проект для iOS и Android на основе People Playground. Изначально эта игра была выпущена для Windows. Если вы не хотите ее покупать, но желаете ставить классные сцены и получать удовольствие от процесса съемки, скачайте Melon Playground на ПК с помощью BlueStacks. Да, спасибо, Алиса, пока. Пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады помочь. Все. Ну, вы поняли, сегодня я буду смотреть, где лучше. Сначала мы будем на телефоне, а потом на компьютере. Ну, в моем случае это ноутбук. Не буду вас затягивать. Напиши в комментариях, если тебе этот вообще ролик понравился. Если понравился, то... напиши мне, я буду очень приятный и буду стараться больше таких роликов снимать. Ну а мы приступаем к видео. Вот, мы загрузили, вот она. Игра. Я уже тут немножко испробовал. Я сейчас первый раз захожу в эту игру. С человечком сдеваю. Что я могу про эту вам игру сказать? Тут есть разные карты. Печаль, что тут моды нельзя скачать, потому что на айфоне, как я знаю, надо купить игру и скачать моды. Ну, купить за деньги моды, да, я так знаю. А что, на компьютере можно просто скачать моды и вставить в mods, папку mods. Все! У тебя будут моды, найди. И тут нету, очень жаль, что тут нету русского языка, не поддерживают. Ну, надеюсь, разработчики увидят мой ролик и поймут, что надо добавить русский язык на Android. На ПК не обязательно добавлять на компьютере, на Windows. Потому что можно просто скачать мод, русский редактор, вставить мод, папку mods, и все. И у тебя будет спокойно русский язык. А в Android очень минус. Так что я думаю, разработчики, вы меня услышите и поймете, и сделаете выводы. Так, тут есть человечки. Ну, все как обычно в игре. Вот. Плюс в этой игре. Тут есть уже сразу додается шлемы, наручники, одежду, гардероб есть. А там, то есть на компьютере, на Windows, то там надо скачать личный, ну, отдельный мод, и тогда у тебя появится. А так никак. Вот, тут можно еще моды какие-то тоже качать. Сейф можно сохраниться. Бочки, яблоко, еда, машины, подарки. Вот это все. Пушки, взрывные предметы. И вот, вот такие вот таблеточки, уколы. Вот, например, знаю, как вот этот укол сразу убивает моментально. Вот, смотрите. Превращает его. Так, а что делать, интересно мне, да. Интересно, что делать вот этот вот? Ой, я его ломаю, я его сломал. Отхил, давай. Отхилю его. Ну, его уже не отхилит. Ну, короче... Реклама. Кто ненавидит рекламы, напиши, пожалуйста, в комментариях.
И посмотрим, кто, сколько нас ненавидит рекламу. Вот я вообще отношусь... Ну ладно, реклама-то хорошо. Ну, куда я зашел? Выходи отсюда. Ну, давай, выходи. Ну, вертайся. Да, есть большие минусы. Но мне... Ну вот, как раз увидите мою заставку. Вот, вот тут можно... Вот, есть папка мод. Ну, надо скачивать моды. И, а вот в айфоне, то не все так просто. Вот, я так понял, тут можно добавить какой-то. Ну, ладно. Ну, я думаю, вы уже все поняли. Тут есть зато очень много карт. Ну, не настолько много, как хотелось бы. Ну, карт, достойно карт. Много, нормально. Только нету названия, что это за карта. А так, мне все это нравится. Гардеробная есть, тут человечки есть. Тут можно на замедление поставить. И это все удобно. Тут можно просто вот так вот взять человека. Его взять вот, вот так вот. И замедление вот так его тягать. Во. Там ломать ему там шею. Вот, как я ему только что сломал все. Так. И еще. Его можно просто вот так вот взять за руку, типа бла-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 бла, разговаривать, и все. И вот так можно снимать ролики. Я так. Фу. Я понял, что вы уже все поняли. А теперь будем переходить к на ПК. До новых встреч. Переходим на ПК. А теперь мы пришли к компьютеру. То есть к Windows. Вот у меня уже все тут я все уже поменял на русский язык. Да, я скачал мод на русский язык. Вот. Вот это все мои моды. Есть, например, на машину град мод какой-то, русский язык. Потом Russian. Русский, украинский мод. У меня активирован он. Сейчас мы посмотрим, что это за... Я не знаю, я просто его так быстренько скачал. Просто увидел. Вот. Тут уже карт намного больше. Как вы видите. Смотрите, тут есть лава, тут есть блоки, тут есть огромная карта, тут есть море, тут есть какая-то пустота, башня. Крошечная, маленькая, то есть стандартная, наклон. Я хочу выбрать лаву. Вот я еще в лаве не был. Да. Лава. Так, а где у нас... Ой, у меня что-то... Смотрите, минус в том, то, что тут нельзя мышкой вот так вот никак двигать. Тут надо стрелочками и вот так вот отближать. Вот лава. Как мы можем положить человечка? Нажимаем F. Ой, ты слишком высоко было. Ощущаешь все, давай я заново. Вот он. Зато тут надо за мышку вот так вот его можно дергать. Арабская ночь. Ну, тут намного лучше, удобней. Конечно. Что будет для него лава сейчас? Секунду. Просто интересно. Ты что? Вася, не гори. Нет, не надо, дядя. Туши. А ему наплевать, я понял. Он железный. А он что на что способен? А я плаваю. Я очень горячий.
Ну, тут у меня еще есть вот этот мод на вот эту машину. Ой. Что, если мне ее лаву отправит? А, еще. Я полностью в лаву не хочу отправлять. Потому что она мне еще пригодится. Смотрите. Активировать. И теперь сейчас будет жестко. Фух, все, наконец-то. Я убрал. Это было жестко, конечно, очень. И заспавнить можно в любой сторону, вот так вот. В лаву, давай в лаву. Лава тут очень прикольная. Мне нравится такая лава. Так, что еще можно рассказать? Какие тут еще удобно? Как еще тут удобно? Не, ну мне стрелочками удобно. То есть тут можно на раз... То есть на Z ты можешь удалять предметы, то есть автоматически, как ты хочешь. На Z это, походу, замедление. Тут есть оружие, ну, тут намного больше есть оружия, выбора на оружие. Как вы видите, вот, то есть это тоже плюс. Оружие тоже, ну, есть, вот это, не знаю, что это за оружие. Какая-то палочка. Волшебная. Погоди, это не человек случайно? Нет, это что-то непонятно. Тут есть бензопила. Вот, активировать. Значит, будет шуметь, да? Короче. Так, что еще? Тут человека очень... Тут только два человека. Ну нет. Вот, еще тут есть фильтра. Страшного есть. Там можно кровь проверять. Дозиметр, вот, все вот остальное. Так, что еще? Вот это вот. Вот тут уже намного более понятно, что это спрысы. Это уже бутылочки. Если ты их разобьешь. А, да их даже не разобьешь. Ладно. Вот, вот это разобьешь точно. Если ты. Пушлю. Если ты разобьешь, то ничего. Вот тут еще что-то. Смотрите, стена. Стена. Это стена? А точнее стена. Что она такая тяжелая? Так, ну тут есть телевизор. Батин старый. Выкидываем в мусорку. Стол старый. Выкидываем в мусорку. Стул тоже старый. Можно выкинуть в мусорку. Факел. О, факел. Тут есть факел. Факел. Вот факел. Не, факел не нужен. Так, еще вот это вот то, что сохранилось. И еще добавить, это свои моды. Нажимаю, и вот, я такой мод скачал. Там, где Россия, там вот Украина. Ну, типа, солдаты Украины, солдаты России. Вот, вот эти, не знаю, что это за плах. Это, походу... ЛДНР, короче, неважно. Тут есть автоматы. А только как с ним стрелять? Арабская ночь! А где он? Ладно. Так, давайте еще раз. Арабская ночь! Ой. Арабская ночь. Улетел. Вот, смотрите. Заспавнил какого-то сержанта, какого-то. Не знаю, вот броню ему дам. Чтоб он одел. И заспавнил тебе пушку. Хедшот. Хедшот. Сегодня мы вообще-то не занимаемся, чем попало. Мы. Что мы делаем? Правильно. А, ложись! Я пошлю. Нормально. Так. Ну, короче, что-то это сумка какая-то. Неважно.
Бандитская чепка, неважно. Вот какая-то бронь. Да все это неважно. Ребят, а вот что будет, если на том месте надо спавнить много человеков? Родишься много человеков. Ой, у меня компьютер лагает, все, у меня FPS понижился. Мусорку. Короче, тут танки есть. И напоследок. Всем пока. Короче, всем пока. Если вам, конечно, ролик понравился, то поставь лайк, подпишись на канал, напиши любой комментарий, я прочитаю и обязательно лайкну. А с вами был Фордан, Форданчик, либо... Всем пока! Thank you.